within you. Которые говорят, что он у нас чиновник на зарплате. Он не чиновник на зарплате. Он лидер нации, страны. И если он этим лидером не будет, мы будем в болоте. Но благодаря ему, этому человеку, 10 лет назад, когда мы тонули, раздался этот голос из этого болота и сказали, мы есть на весь мир. Когда все считали, что нас уже нет. Когда все эти Фридманы и все остальные, я слышал все эти разговоры, говорили, нам уезжать, нам осталось год. Простое продление тренда в 2000 году давало, что нас не будет. Татарстан готовился принять свою конституцию. И он пришел и сказал, мы есть. Мы будем вас мочить в сортирах. Он своих дочерей спрятал. Это что, действие чиновника? Нанятого на зарплату в 200 тысяч рублей? Они пошли бы они в жопу все, кто так думает.